Три банка оштрафованы за нарушение правил осуществления валютных операций в стране. Результаты проверок опубликованы на сайте нацрегулятора. Санкции применены к дочке Сбербанка за нарушение правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Казахстане. Штраф составил 74 тысячи тенге. Аналогичная сумма взыскана из дочки Альфа-банка. А вот БТА в качестве административного взыскания госрегулятор назначил штраф почти в 500 000 тенге, а точнее 463 тысячи. Еще четыре банка отделались предупреждениями. Это Астана Финанс, Казинвестбанк, Торгово-промышленный банк Китая в Алматы и Шинхан Банк Казахстан.